Дом? Вид. Вообще шикарно. Ну что, давай его до бассейна. Мне только сейчас плавать. Только это, чемодан в кепе. Представляю. Но даже не верится, что так может быть.
может быть холодно под таким солнцем. Данил, иди, вон ручки помоешь сейчас здесь. Папа, здесь есть краник? Нету. А, нет, есть. Вот. Доброе утро. Что, автогалань дугая, что ли? Ну, пришли в бассейн, а? Моя. Чего вы ко мне пришли? Здесь мой бассейн. А ваш он тот. Мама, ты ногу только сносишь, ты вообще. А где? Там моя сумка солнце. Даня, ты на ногах стоишь? Это его глубина? Слушай, ну и тебе сама то глубина, да? А я нырять буду сейчас. Ты не?
Отлично. А это что, камера у вас? Нет. Вообще ничего-то нереально. Да. Тут подогреваемый, тут холоднее было. А там вверху Илья стоит? Илья, это глубина? Это разная глубина. Это и глубина? Он стоит, да. А, вон там 1.70 м, да? Понятно. Ой. А что про это? Ой, ладно. Падай. Падай. Thank you.
туда. Можно не уходить вечером. Даша пошла валюту менять. А? Даша пошла валюту менять. После обеда. Даня, покажи внимательно. Давай делаем зарядку. Раз, два, три, четыре. Даня. А еще Даня. Была вот так вот и даже на ушах. А что, ухо ты вытерла? Ухо? По-моему, я не вытерла ухо. Мы, по-моему, у него там все салфетки израсходовали. Ну, ничего. А где фонтан? Он что, только вечером? Наверное. Ой, слушай, все, солнце село, да? Ну все, и хорошо сразу. Даня, тебе хорошо? Даня только у нас ничего не ест, кроме газировки и мороженого. Ну, как у него тоже отпуск. Нет, сегодня утром бутерброд съел, и вот в обед бутерброд съел. Помнишь, когда Илюха первый раз креветки попробовал? Ну, на пляже он же пробовал. Да, так он целую тарелку слопал. А этот ни в какую. Да, Илюшка, по-моему, все подряд лопал. Лишь бы мама ему очищала и готовила. Нет, нельзя их. Он родился под ее булочкой всегда. Да, это я помню. Мама меня спрашивала, а можно ему по две бутылки давать? Как бы, ну, если ест. Давай, наест и перестанет. Ну, он какой-то сильно много. Кому, Илюшке? Да, где-то первый раз. Вот? Много, просто вот этих креветок бы нам хватило бы. Ну, я тебе так скажу, я вышел с легким чувством. Обжор? Да, нет, не пой, не голода. Да, ну я не наелся, это Илюха отвалил. Да, ну. Просто, да она просто сама по себе пища легкая, но я вполне наелась. Ну а я хочу выйти такой, с чувством, что я наелся. Нету такой чувства тяжести, как у нас этого, там, я не знаю, макарон, картошки с мясом. Не знаю, сколько еще можно таких креветок, но вот сама процедура очистить их, она меня не устраивает. Да. Ну это, завтра я уже буду чистить. Знала все это на вкус. Данька ничего не ест, ему это дорога очень напрягает. Надо вот этот чип брать. Вау. Прокат. Вау. Да? Надо было сюда это тогда, твою эту клетчатую эту брать. Нафига, мы так погоняем. Да не надо. Давай спросим Энда, что сколько стоит. Конечно. Непонятно, деревце такое полуусом. Такие фруктики. Прям медом не подзаезжал. Может, конечно, это не гранат, но очень похож. Может, это глаз дракона похож на гранат? Ну, конечно, глаз дракона красный, а гранат... Мама, где Алина есть? Так он не там знает, она отходит. Ну, может, догонил, да нет. Мы, кстати, посмотрели вчера, где можно мотобайки взять. Можно на сутки. Почем? По-моему, 200 было. 200 бат? 200 тысяч, и не бат, а долгов. 200 тысяч на сутки. Да. 200 тысяч, обожаю на 300 рублей на сутки? Да. Ну, до хрена конский ценник. Ну, да.
А вот ты на папу сколько? 100. А здесь я ничего не скажу, что дешево. Здесь вообще не даже. И цены зато можно взять и на 20 минут, а не на сутки. И 100. Нет, 100 за сутки. А, ну значит, цена? Угу. Ну, где-то так. Ну, соответственно, если мы собираемся не так уж надолго, там минут на 20. Что у нас вообще? А если на час? Так вот именно, вот мы там ее проговариваем. Вот на час покатаемся. Вернем.